Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Виталий Малышев и Рома Гриценко вместе с Ольгой Бузовой покинули Остров Любви. Ребята летят на поляну. В сети ходят разговоры о близости Ольги с Ромой, которая случилась на Сейшелах. Якобы именно Бузова стала инициатором свидания. Они встретились без камер, вдали от съемочной площадки, где у них все и произошло. Лиза Триандафилиди после случившегося удалила все совместные фото с Ромой и поставила жирную точку в их отношениях. Новенькая участница Александра Шевченко заселилась с Денисом Ковалевым. Новых симпатий друг к другу никто на поляне не верит. Зато все видят симпатию Саши к Алексею Чайчицу, но от него она не чувствует отдачи. Родители Маши Кахно хотят забрать девушку с проекта. То, что произошло на 8-м этапе конкурса «Любовь года», они считают позором для девушки. Тогда Влад Кадони раздел Машу на глазах у телезрителей и участников. Между Сергеем Кучеровым и Никитой Кузнецовым произошел конфликт. Ребята чуть не подрались. Никите не понравились угрозы Сергея в свой адрес из-за конкуренции в конкурсе «Любовь года». Влад скоро полетит вести эфиры на Остров Любви. Об этом рассказала своим подписчикам Татьяна Владимировна Африкантова. Дима Талыбов и Захар Саленко стали студентами. Они будут учиться заочно в университете. У Захара это будет второе высшее образование, а у Димы первое. На голосовании, которое нам только предстоит увидеть в эфирах, под удар попал Петр Шепель. Но за ворота он не ушел, вместо него вызвалась уйти Яна Шелестовская. Андрей Черкасов вместе со своей невестой Кристиной Ослиной совершили прогулку по реке на шикарном катере. Девушка всегда мечтала об этом. Андрей Чуев публикует совместные снимки со своей девушкой Викой. Они уже думают о создании семьи и мечтают о сыне. «У друзей понянчили и точно решили, пора», – пишет Чуев. «Живем в Наро-Фоминск, 5 квартир есть, на первое время хватит». Тата Блюменкранц опубликовала новые снимки с крещения дочери. На снимках можно видеть подругу Таты Оксану Овсепян. «Очередная жертва ринопластики», – пишут про Оксану косметолога комментаторы. Вика Боня так обработала свой снимок в фотошопе, что над ней опять все смеются. Мама Жени Руднева вместе с дочкой собираются переезжать в Москву. Она будет жить отдельно от сына, хочет помочь ему купить квартиру, чтобы он уже начал планировать пополнение. Женщина планирует открыть семейный бизнес. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.